Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. Запрошую до чергової розмови на тему Миколаївської книги. І цю книгу я представлю вам із особливим задоволенням. Книга «Кама світ» або «Записка із таїнственного прошлого». І ця книга написана моєю колегою. Я навмисно не вживаю слово «колишньою колегою», тому що колишніх журналістів не буває, так само, як і колишніх телевізійників. Євгенія Бардіна в нашій студії. Женя, добрий день. Добрий день, Інга. Жень, итак, «Кама свет» или «Записки из таинственного прошлого». Я знаю, что у тебя книга была, по-моему, меньше в руках, чем у меня. То да. есть это буквально самые первые экземпляры. Мне кажется важным, что нужно сказать, что книга вышла в библиотеке Південна библиотека, в серии Південна библиотека. Сейчас попросим, покажем эту серию. Это программа поддержки местных авторов и книговыдания. Вот в такой серии выходит. Это значит, что эту книгу вы сможете найти в библиотеках города и области. Ну, а о чем она, мы будем сейчас говорить с Женей. Жень, я знаю, что написана она была достаточно давно, ну, лет 5, наверное, да. тому, если я не ошибусь. А может быть, даже и больше. Сейчас только она была напечатана. Угу. Это какие-то личные были особенности, личные причины на то, что книга столько лет ждала своего часа? Ну, написана была действительно 5 лет назад. Более того, вы так удачно сказали, что она у вас в руках была больше, чем у меня, потому что вы были именно тем человеком, который вычитывал меня, когда я ее только написала. Но это был, конечно, первоначальный вариант, потом много-много-много дорабатывалось, и, наверное, это одна из причин, почему так долго не издавалась книга. Хотелось сделать все лучше, 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 и какой-то... Со совершенству предельно, да. ты знаешь. И в какой-то из годов, по-моему, 2 года назад, накануне моего дня рождения, 4 декабря, мне позвонили и сказали, есть возможность сдать за державный кошт вот в рамках этой программы. Я, естественно, сказала, что это мой подарок на день рождения, очень обрадовалась, мы быстро все собрали. А потом оказалось, что ситуация в стране такая, вот как бы поменялись немножко приоритеты, возможности издать тогда не было. Когда мне Ирина Александровна опять позвонила и сказала, что возможность появилась, Женя, неси, пожалуйста. Она сказала, я тебя умоляю, пожалуйста, только об одном. Главное, не перечитывай. Потому что она понимала, что за это время мне опять захочется что-то изменить, опять поменять персонажи. Мы меняемся, персонажи меняются. Как-то вы мне когда-то сказали о том, что любой автор, о чем бы он ни писал, он пишет всегда о себе. Мне кажется, что частицу себя всегда вносишь, а за это время я изменилась. Поэтому если бы я сейчас писала книгу, она была бы немножечко другой. Жень, ну я, когда мы с Ириной Александровной несколько дней тому назад в этой студии говорили о книгах Ирины Александровны Гудым, издатель, известный издатель в нашем городе, вот именно в ее издательстве увидела свет книга «Кама свет», мы говорили о том, что вполне вероятно, что в основу книги, начало твоей книги, собственно, не вот в персонажах, даже, может быть, не в каких-то там детских воспоминаниях или... в каких-то историях, которые происходили с тобой в детстве, а, наверное, все-таки в твоей телевизионной работе. Конечно, конечно. Во-первых, и идея возникла благодаря телевизионной работе, потому что как и первая книга, так и вторая имеет основу именно те исторические циклы, которые я делала здесь, на телеканале «Николаев». Все исторические персонажи имеют реальную основу, и о них снимались программы. Естественно, такой базис я не могла бы собрать без николаевских историков, которые мне любезно со мной делились в программах, и, вдохновившись их любовью к городу, я и положила эту любовь вот в основу этой работы. Но, собственно, теперь ближе к самой истории. Да. Истории города или истории из книги? История из книги. История из книги рассказывает про двух мальчишек, точнее, одного из них, который, ну, собственно, он мало чем отличается от большинства мальчишек, которых мы знаем. Он не любит учиться, он большой лентяй, разгильдяй. И не только мальчишек, которых мы знаем. Да. Вот я почему и говорю, что персонажи очень похожи на нас. О чем бы ни писал автор, он пишет о себе. Это действительно я много лет назад. Постоянно теряет вещи, забывает, где он их оставляет. Если бы у него был мобильный телефон, наверное, ему было бы невозможно дозвониться. В какой-то момент он узнает вместе со своим другом Святославом, узнает кое-что очень интересное, связанное с нашим городом. Совершенно случайно он находит таинственную записку, в которой зашифрован клад.
И в течение книги они ищут этот клад связан с историей нашего города, с интересными местами, с загадочными местами, мистическими, даже опасными местами в нашем городе. И вот, следуя по пути этой записки, они кое-что очень интересное находят. Но нужно читать эту книгу, мы не будем все рассказывать. Я хочу вернуться к тому времени, когда ты писала эту книгу. Жень, а почему ты написала не про девочек, а про мальчиков? Ой, это мне очень... кажется, что логично было бы в твоей ситуации, несмотря на то, что наверняка я так, ну, ты сказала уже, да, что про тебя в детстве потерянные книжки, заколки для волос, забытые в школе портфели. Да. Ну, это было, да? Было. Даже форма была, школьная форма, юбку потеряла один раз, так что это отдельный разговор. Ты без юбки шла, да? Я не свою, на вешалочке, а когда шла домой, выяснила, что я ее потеряла. Ну, Боже, какая отменность. Несмотря на все это, ты все равно всегда оставалась девочкой. Потому что вот есть девочки, которые... Мальчишки, да? Мальчишки совсем, да, сорванцы. А есть девочки, несмотря на то, что сорванцы, они все равно девочки. Вот мне кажется, что ты все равно оставалась девочка-девочка. Девочка-девочка, да. Так почему про мальчишек писала, а не про девчонок? Вы знаете, у меня было очень много братьев, они и есть. Родной один, а двоюродных около 12. Двоюродных, троюродных... Очень хорошо, около 12. Сколько же их? Около 12. Хорошо. Братья, слышали? Вас около 12. Не слушайте, братья, я вас умоляю. Так вот, я им очень завидовала в детстве. Им можно было лазить по, я не знаю, по заброшенным домам. Им можно было спускаться во всякие ямы. Им можно было заниматься чем угодно. А я была девочка одна. Меня все берегли как зеницу ока, и поэтому мне все запрещали. И поэтому ты хочешь сказать, что ты не лазила? Нет, я лазила, но мне не разрешали. Вот. Но не санкционировано. Да, не санкционировано. Поэтому я подумала, что мальчишкам все-таки как главным героям будет проще это все получить возможность добраться до таких вот мест. И поэтому, наверное, мальчишки. Тем более мальчишки, они интереснее, им можно подраться. Хотя и я тоже дралась, я не знаю даже. Просто какие-то удивительные совершенно ты вещи говоришь. Да. Совершенно мне Вы тоже дрались, я так понимаю, да? Ну, в общем-то, честно говоря, за мою жизнь раза три, наверное, не больше. Да. Сейчас, конечно, об этом говорить несколько странно с позиции своего там возраста, опыта и всего остального, но тем не менее такое. Ну, у меня, знаете, самый сложный момент, один из самых сложных моментов в этой книге был, когда я описывала именно ситуацию драки. Потому что в моей жизни драки были в основном на спаррингах, и это были санкционированные драки на рукопашном бое. А такой драки, именно такой, я никогда не участвовала. И мне пришлось звонить. Ну, нет, так если мы говорим о том, что мы говорим, нет, не участвовала. Мне для того, чтобы описать эту ситуацию, мне пришлось позвонить нашим общим знакомым из клуба рукопашного боя «Рысь» и попросить, пожалуйста, расскажите, что испытывает мужчина, когда он участвует в драке. И мне прямо писали эмоции, которые захлёстывают мужчин, и эти эмоции пришлось перекладывать на эмоции мальчишки, описывая драку. То есть настолько все серьезно, ты выверяла буквально каждую эмоцию, каждый какой-то там шажок, движение какое-то ты выверяла. Конечно. А какие еще ситуации в книге, которые, ну я не прошу детально описывать ситуацию, но что-то такое, что требовало какой-то дополнительной консультации, что ты для себя открыла как новую эмоцию или новое впечатление? Смотрите, я, одна из характеристик моего главного героя, что он поклонник Шерлока Холмса. И, соответственно, как и его любимчик, очень любит химию. Я химию не любила в школе. А Шерлока Холмса? Шерлока Холмса любила и полюбила, как вы знаете, в основном из-за того, что в одном из романов Конан Дойля упоминается негативный персонаж, который имел бизнес в Одессе, а по делам заезжал в Николаев. И с этого, собственно, началась моя большая любовь как к Конан Дойлю, так и к истории нашего города. Собственно, параллельно две любви пошло. Но вот для того, чтобы описать моменты, которые связаны с химией, потому что там им нужно было провести достаточно серьезные, ну не скажу опыты, но им требовалось вскрыть определенные предметы, и для этого им понадобилась химия, я зарегистрировалась на химическом форуме и достаточно долго консультировалась, какой тип металла, чем лучше вскрывать и с какими реагентами, как реагировать, какие... Это было То очень сложно. То есть если ты найдешь снаряд, ты его пилить не будешь? Не буду. Я теперь знаю, что нужно использовать. Но там, конечно, достаточно серьезно. Для меня это было очень сложно. Я человек творческий, больше такой воздушный, и все эти точные науки было явно не мое. Ты знаешь, я опять вернусь к нашей недавней встрече с Ириной Гудем. Мы с ней говорили даже о том, что вполне возможно, твоя книга может получить такое неожиданное практическое применение, что в руках с книгой «Камасвит» можно будет пройти квестом по городу. Да, да. Предполагала, как бы вот
такое развитие, или это уже постфактум? Постфактум. Более того, когда я пришла в музей судостроения и флота и встретилась с директором музея, который уже прочитал эту книгу, она так в шутку меня говорит: «Женя, я хочу вас пожурить». Я говорю: «А за что?» Говорит: «Теперь все будут приходить и пинать наши столбики, как сделали ваши герои». Авторы, да, герои да. нашей книги. Я поняла, что действительно, ведь дети, прочитав эту книгу, могут пойти по стопам этих деток, которых я описываю. Конечно, я не рекомендовала бы спускаться в катакомбу, тем более все входы туда замурованы, но пройти по описываемым местам требуется просто must have, необходимо, потому что мне кажется, что эти места просто сердце нашего города, и открыв их для себя, дети откроют Николаев заново. Но они могут начать их открывать в буквальном смысле, в прямом смысле слова, со страниц книги. Я сейчас найду какую-нибудь иллюстрацию с таким вот замечательной иллюстрацией. Мы сейчас попробуем ее показать. Иллюстрации, они тоже, я знаю, что имеют свою историю. Угу. Тоже это не первоначальный вариант, который угу. предполагался. Но вот, вот такой законченный уже вид, тот, угу. который напечатанный. Если можно, историю иллюстрации. Иллюстрировали книги два человека. Первым, кто открыл для себя и героев книги, и увидел, и позволил им вылиться на бумагу, была дочь нашей сотрудницы Диана Толмач, дочь Нелли Толмач, моей коллеги, с которой я в этой студии провела очень много замечательных часов вместе видеопрограммы. Дианочка прочитала эту книгу и увидела как художник этих героев по-своему. По-детски немножечко наивно, но это были прекрасные детские рисунки, которые изначально описывали тех персонажей, которые были в книге. Так как книга потом дорабатывалась, и дорабатывались дополнительные локации, и когда у меня уже появилась возможность издать книгу уже сейчас, я связалась со Светланой Чебановой. Светлана Чебанова, я давно знакома, она также читала книгу, читала первоначальный вариант, и первоначально у нее была идея создать эти иллюстрации в виде комиксов. И она прямо видела это вот таким образом. Ну, это, в общем-то, сегодня популярная стилистика среди молодежи. Да. И та, которая, ну, в силу времени угу. нашего, она проще всего, быстрее всего воспринимается, понятнее всего. Да, но когда она перечитала сейчас книгу, она сказала: «Я вижу это иначе». И я ей полностью доверилась, потому что я понимаю, что она профи. И она увидела моих персонажей вот так. Более того, она нашла живых прототипов, которых она взяла за основу. Это настоящие мальчишки. Я думаю, что на презентации я даже сама с ними с удовольствием познакомлюсь, потому что пока я их знаю только по фото и по профилю на Фейсбуке их родителей. И эти мальчишки стали вот просто воплощением моих мальчишек. Я просто удивилась, до какой степени mm-hmm. она прочувствовала, потому что тех мальчишек, которые она нарисовала, это просто мальчишки из моего воображения. Все до кончика носа, до кончика хвоста, в буквальном смысле слова, это вот ребята mm-hmm. из моей книги. Еще такой вопрос. Я знаю, что когда была готова рукопись, ты говорила о том, что вполне возможно продолжение. Да. Да, я действительно думала над тем, чтобы написать продолжение, и я уверена, что если будет у ребят интерес, то я напишу его. Более того, у меня уже есть локации, которые я бы хотела описать. Это не в самом Николаеве, это немножечко в Николаевской области. Чуть шире, выходим да, за пределы да, города. Да. Идем на раскопки, опять ищем, да, идем с археологами на раскопки, ищем сокровища, как всегда. Но больше не скажу, потому что пока это только идея, только мечта. Жень, а тебе приходилось бывать на раскопках? Да. Непосредственно принимать в участие? Да. Не снимать? Не снимать. Не две снимать, недели а принимать в участие. На Кинбургской косе с экспедицией. Конечно, первое время со мной носились как журналистами, говорили, что не надо ничего делать, вы у нас... Только ничего не трогай гости, руками. Да. Потом долго хихикали по поводу евреев с лопатой. Ну, а потом, конечно, я присоединилась, и точно так же, как и остальные, участвовала в раскопках, точно так же, как и остальные, потом чистила эти найденыши, скажем так, точно так же, как и остальные, дежурила по кухне и принимала даже участие в посвящении новичков. Целовала лопату, и все как всегда. Ну, то есть все как да. водится, да. Да. Яхтсмены пьют воду забортную, археологи целуют лопату. Грязную лопату. Целуют да? грязную лопату, да. То есть сапожники, наверное, целовали бы сапоги. Не знаю. Больше всех повезло пирожникам. Да, это точно. Жень, я вернусь, собственно, к началу. Вот я как-то так не сообразила, я не взяла твою первую книгу, которая была написана «Тайна двух капитанов». Да, «Тайна двух капитанов». В принципе, как...
ты оторвалась от творчества журналистского, больше того, творчества телевизионного, а оно имеет свою специфику все-таки. И когда долго работаешь в этом жанре, излагать на бумаге что-то, сделать, реализовать какой-то нормальный рассказ, внятный, просто описанный от начала до конца, не подразумевая при этом видеоряд, достаточно сложно. Сложно. Как ты, в принципе, от вот этого творчества, которое, ну, скажем так, вот как есть линия прямая, непрерывная, да, а наше литературное творчество телевизионщиков, оно штрих-пунктирное. Да-да-да. Потому что есть еще видеоряд. Как ты вот этого штрих-пунктира перебралась к непрерывной линии? Вы знаете, помните, потому что с вами все весь этот период связан, когда я готовила программу про двух капитанов, это было две программы, потому что в рамки одной это не вошло, я тогда собрала вот такую подборку Жень, информации. Если можно, несколько слов о двух капитанах. Мы понимаем с тобой, о чем идет речь, но для зрителя книга, расскажи. Книга «Два капитана», легендарная Вениамина Каверина, имеет под собой реальную историческую основу. Более того, прообраз главного героя, капитана Татаринова, родился и жил в Николаеве. Его папа был одним из основателей Николаевского эх-клуба, его дядя, тот самый легендарный Алексей Брусилов, с которым связан Брусиловский прорыв, да. И там была не менее интересная история, любовный треугольник, там была история, как они вмерзли во льда, возможно, даже история спасения, потому что есть очень много разных противоречивых фактов, и вот эти противоречивые факты, и в том числе то, как это все происходило, реальные дневники, реальные письма, я положила в начале, в основу своей программы. Когда я как по какому-то вопросу зашла в очередной раз в издательство Ирина Ингудрим, она прям набросилась на меня с возмущением, говорит, сказала, у тебя совесть есть? Я видела твою программу, это безумно интересно, давай напишешь об этом книжечку. Сколько тебе надо времени? Я говорю, наверное, месяца два. Она говорит, у тебя есть месяц, потому что я знаю, сколько ты будешь тянуть, если дать тебе такую возможность. Все, у тебя есть месяц, приноси. И тут я столкнулась сразу с двумя проблемами. Первое, это то, что вы говорите, действительно, перенести отчасти видеоизображение в текст. Мы не привыкли так, да, у нас есть, тем более у нас есть привычка вычеркивать каждое слово, пока не останется ни одного лишнего. В художке не так жестко, а если мы говорим про информацию, это вообще нужно очень четко фильтровать. В книге есть возможность развернуться. И первое время я была зажата вот в эти рамки. А второе, с чем я столкнулась, это... То есть книга получилась в размере школьного сочинения? Да, класс, да, это класс, да. Более того, это был мой сценарий, добавленный интервью. То есть просто это был взят мой сценарий, который я готовила для программы, добавила интервью, и я увидела, что оно не играет. Не держится в кучу. Да. Пришлось переписывать, и не переписывать неоднократно, в том числе благодаря вам, который, вот, эту книгу тоже Инга Эдуардовна вычитывала. Да, я буду всем рассказывать. А вторая проблема, с которой я столкнулась, это привычка иллюстрировать. Потому что мы привыкли, что картинка должна быть с текстом. И хотелось постоянно показать то, о чем я говорю. А количество иллюстраций ограничено. То же самое здесь. Мне хотелось, чтобы иллюстрации были на каждой страничке. Хотелось показать, хотелось, чтобы зрители... А зрители же еще могут что-то услышать. А ведь есть интонация, которую ты передашь только голосом. Через книгу это сделать нельзя, поэтому... получилось передавать через какие-то, не знаю, вкусы, запахи, к которым отсылалось, потому что этого, например, нет на телевидении, зато есть в книге. Ну, это первая книга «Два капитана», ты получила определенный опыт, а вот во второй лишних слов было уже достаточно много. Да. Здесь уже ты ударила совершенно другую крайность и проявляла себя уже подобным образом. И тут уже, конечно, мне приходилось пружинить текст, то, что называется. Я его читала вслух, прямо вслух, друзьям, заставляла их слушать. И что лишнее, потому что текст слишком много образов, слишком много, потому что постоянно боишься, что этого не хватит. Ведь мы телевизионщики, опять же, мы привыкли, что есть возможность показать. Когда нет возможности показать, приходится описывать. Вот в этом случае приходилось, конечно, убирать лишние слова и делать текст более легко читаемым. Знаешь, вот еще какая штука? Смотри, у нас в городе не краеведческие, они, ну, как правило, не художественные. Угу. Они имеют под собой историческую основу, безусловно. Они могут быть... То есть мы читаем очерки какие-то исторические, мы читаем зарисовки. Даже когда они приобретают какую-то литературную форму, все равно в основе лежат абсолютно исторические факты, какие-то краеведческие исследования, ну и так далее. И ориентированы они в основном на взрослого читателя. У тебя твой читатель – это подросток. Опять же, почему так? Почему ты не сделала либо уже литературную работу, ориентированную на своего сверстника,
А я думаю, что многим николаевцам это тоже было бы вполне интересным. Ну вот есть тому примеры, скажем, среди наших земляков, которые... Гаврилов, Любаров, Галушкин, Сергей. А у тебя все-таки подростки. Знаете, когда-то, опять же... Даже не дети, а именно подростки. Мне всегда хотелось взять такую планочку, которую сложнее всего брать. И мне кажется, что как и дети, так и подростки чувствуют фальшь особо по-настоящему, особенно остро. Mm-hmm. Тем более подростки, дети, они еще немножечко наивны, и они с радостью воспримут вот просто чудо. А подростки — это тот период, когда ты очень так скептически относишься ко всему, что предлагают взрослые. И мне хотелось очаровать именно эту аудиторию. Более того, мне кажется, что... Именно очаровать? Ты то слово употребила? Ну, я не хочу говорить «влюбить», потому что я не хотела их влюблять в себя, да, там, в себя как в автора. Я хотела их влюбить в Николаев и очаровать Николаевом, не собой, не книгой. Я хотела, чтобы именно этот, в этом периоде они поняли, как важно, не знаю, чувствовать этот город, знать его, ценить его, потому что уже... Абсолютно реальный бэкграунд и... Немножечко фантастики. Фантастика, да. Немножечко придуманной истории. Сама история, она немножечко придуманная. Немножечко, но мне кажется, что очарует. Но опять же, я люблю это слово. Очарует их Николаев именно тот настоящий. Не очарует их эта история, которая является лишь дополнительной какой-то нитью. Я хочу, чтобы их влюбил Николаев, чтобы они поняли, в каком удивительном городе они живут. А когда ты сама поняла, что ты любишь этот город? Потому что это ведь тоже очень такое интересное чувство. Ты можешь с ним жить, даже не зная этого. Ты можешь уезжать, возвращаться, ты можешь хорошо знать даже свой город, но еще не отдавать себе отчет в том, что есть любовь. А в какой-то момент вдруг ты понимаешь, что ну, не можешь ты без этих улиц. Знаете, когда у меня появилась удивительная возможность пару лет назад уехать на стажировку в студию документального кино Стивена Спилберга. И у меня действительно появилась возможность сделать эту часть своей жизни реальной. То есть уйти, поменять все в своей жизни. И я поняла, что нет, не хочу. Вот не там мой дом. Не там я буду по-настоящему счастлива. Вот здесь, вот в этом счастлива городе. Или востребована? Счастлива. Востребованной можно быть везде. Счастлива ты в том месте, где ты хочешь быть, где ты хочешь возвращаться, где ты дышишь этим городом, ты дышишь этими людьми, ты улыбаешься им. Я вчера шла с тренировки, шла час с центра до Лесков под дождем. Я любила этот город, я дышала им, я промокла вся насквозь, но я получала от этого удовольствие. Я не смогу так в другом городе. Это мой дом. Но... Действительно, вот какое-то такое невероятное ощущение, невероятная история, когда вдруг тебе приходит осознание того, что ты любишь этот город. Жень, а что для тебя такое сегодня любовь к своему городу? Менять его в лучшую сторону, давать возможность узнавать его лучше, работать для него, волонтерить для него, рассказывать о нем, популяризировать его. Любить его, я не знаю, как это сказать. Вот тоже задают вопрос, почему ты не уедешь? Ты же можешь, у тебя есть очень много возможностей. Заметь, я об этом не спрашиваю. Да, а я всегда говорю, я еще не все сделала для этого города. Я еще знаю, что я могу много всего сделать. И вот когда осознание этого приходит, ты понимаешь, что ты готов работать для этого города. Вот тогда ты, наверное, понимаешь, что ты его по-настоящему любишь. Ну, на самом деле, твоя работа сегодня, она действительно не имеет каких-то границ. Они очень условные, и... Это те границы, которые легко пересекаются с помощью технологий, с помощью современного мира. Вот ты живешь в мире без особых границ. Но Николай для тебя это совершенно конкретное, четкое, границы, любимое место. Определенные конкретные границы, границы своего сердца. Вот я не знаю, как это объяснить. Вот наше тело, оно что же фактически? Ну да, есть границы тела, но границы души, допустим, нет. Да? Вы можете выйти в любое направление. И вы, тем не менее, четко осознаете, где ваше сердце. Так и здесь. У меня нет границ, да, у меня есть интернет, самолеты, можно прилететь в любую точку мира. А в то же время ты понимаешь, где твое сердце. И мое сердце — это в Николае. Ну и, наверное, последнее, потому что время у нас осталось буквально там минуты-полторы. Последнее. Мне бы хотелось, чтобы ты сейчас сказала несколько слов потенциальным читателям этой книги. И не только тем, той возрастной категории, на которую она ориентирована.
их мамам и папам, я думаю, им тоже будет интересно прочитать эту книгу. И, может быть, вспомнить себя в своем детстве. Может быть, она подтолкнет их к тому, что они возьмут за руку своих детей и поведут их по улицам своего детства, поведут их по любимым местам своего детства и расскажут, что вот здесь, в Парке Победы, когда-то стояло колесо обозрения, а по улицам Слободским ходил еще один номер трамвая какого-то. Ну вот как-то так. К бабушкам и дедушкам, которые, может быть, тоже подзабыли, а стоило бы рассказать внукам, что в парке имени Петровского, в саду трезвости, тогда еще в саду трезвости, стояла парашютная вышка. Ну и так далее, и так далее. Вот поделись сейчас кусочком своего сердца с теми, кто может быть готов уже по-настоящему любить этот город. Ну, осталось еще совсем чуть-чуть, подтолкни их. Ой, какая серьезная миссия. Знаете, мы всегда ищем тайны где-то, где они недоступны. Мы смотрим по сторонам, и мы не можем найти. Мы ищем их в книгах, где угодно. А мне кажется, самая главная тайна находится в двух местах. Во-первых, она находится в вашем сердце, а во-вторых, она находится прямо у вас под ногами. Просто внимательнее смотрите по сторонам, внимательно смотрите под ноги, и вы откроете очень много интересных секретов о себе, о своих близких и о своем городе. Спасибо, Женя. Євгенія Бардіна, її книга «Камасвіт» или «Записка із таїнственного прошлого» були сьогодні в нашій студії. Я цьому надзвичайно рада. Я вітаю тебе з виходом цієї Спасибо. Книги і запрошую всіх наших глядачів на презентацію книги, яка має відбутися 4 грудня, здається, о 15 годині, так? 4 грудня. Хто уважно слухав нашу програму, запам'ятав, що це якраз напередодні дня народження Євгенії. 4 грудня. Музей суднобудування флоту. Звідти починалася історія головних героїв книги «Камосвіт», і там відбудеться презентація цієї книги. Хай щастить вам! В ефірі побачимось!